Книга, не имеющая аналогов во всем мире. Увидел свет очередной выпуск энциклопедии о вольной борьбе, покорившей Олимп, журналиста, статиста, любителя и ценителя борьбы Петра Павлова. Уникальность издания в том, что в книге можно увидеть информацию о всех олимпийских чемпионах с того момента, как вольную борьбу включили в программу Олимпийских игр, а именно с 1904 года. Автор приводит все статистические данные будущих обладателей золотых медалей, накопленные за многие годы журналистам, следуя спортивными путями покоривших высоту Олимпа. В отличие от предыдущих двух книг по итогам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в издание включены новые чемпионы, а фотографии знаменитых мастеров ковра обновлены на 40%. Изданием книги занялся еще один спортивный журналист Родион Кривогорницын. Презентация книги состоится на следующей неделе. Михаил Геразиевич был приятно удивлен, и, увидев обложку и перелистав, он был выразил свое восхищение, уважение труду автора Петра Павлова. Свое восхищение книгой выразил тоже олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2008 года, сейчас ныне министр спорта Кабардино-Балкарии Асланбек Хуштов и другие любители борьбы, которые получили книгу. Вот Артур Шердиев, который выпускает журнал «Борцовский круг», тоже сказал, что это шикарная книга и уникальная книга, и этим, наверное, все сказано.